В общем, пересадка в Шанхае проходит довольно успешно, за исключением того, что были проблемы поменять деньги, никто не понимает по-английски, но нашлись добрые девушки, которые поменяли нам $10, хватило на билеты на метро, и теперь мы в центре города. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью посетить Шанхай и лететь с пересадкой, это очень круто. Кстати, прямо за мной официальный Apple Store. В Шанхае он есть. Наша пересадка подходит к концу, и через несколько часов
мы уже вылетим на Бали. Я хочу сказать, что обязательно выходите в город, потому что здесь безвизовый транзит, по крайней мере, 24 часа точно есть, поэтому если у вас билет с пересадкой в Шанхай, вы можете беспрепятственно выйти, заполнив там буквально одну карточку, где внести свои данные и погулять по этому городу, посмотреть. Вот. Поэтому обязательно must do it. От аэропорта можно доехать за 80 юаней туда и обратно на скоростном поезде, который едет 300-400 км в час, буквально 7 минут, и оттуда на метро еще минут 10 до вот центра, до даунтауна Шанхая. Посмотреть немножко города и новую страну. Если вам понравилось, пишите какие-то комментарии, вопросы, с удовольствием на них отвечу. Ну а мы полетели дальше. Следующая остановка — Бали.